Всем привет, ребят. Ну что, я на аккаунте одного из победителей. Их двое было в онлайне, как я и обещал. Разыграли даже не одного, а двух вольтов, два пака. Вот первый ник Артём. Так, Артём. Красавчик черный, вот так вот. Он был на стриме, он выиграл, находится в гильдии Сургут 186, босс 18.00, МСК, БК, четверг, воскресенье, атака фортов 12.00, кидайте заявочки, вступайте, вторые, третьи места. Так, отметимся, окей. Ну что, смотрим на аккаунт. Что за аккаунт? Что есть аккаунт? Бездонатный можно считать. Поздравляю, у тебя уже есть... В принципе, неплохое начало. Психощит, пятый. Карта, вольт. Два пакта. Я считаю, огонь. Так. Открываем плюшки. Открываем вольта. Оу! СОшка выпала. Фига себе. Круто. Уже, ребята, очень круто. Так, новые талантики. 5 осколков. Отлично. Психощит. Отличная акция сегодня на русском. Так, смотрим, кто у нас тут выпадет. Заклинательница. Так, открываем вольтика. Отлично. Поехали в бинго забежим. И пойдем паролем. Так, смотрим, что у нас тут. Камень для аугментации, а тут коробочка. Ну давайте сейчас коробочку откроем. Такс. Такс. Где там наш вольтик? Вот он. Было бы неплохо, если бы была пятая ремка сразу на нем. Так, это с карты. А, блин, я не забрал. Бум. Самоуничтожение. Ну, и это, в принципе, хорошо. Так. Потом подумает, кому ставить. Поехали посмотрим, что у него по героям делается. О, тут героям надо много. Заклинательница уже есть. Поздравляю. Так, Анубис, Фрея, Стрелок, Седина, команда, Рафинка, Рибит, Асура. В общем, блин, дофига героев надо. 15к. Let's go. Проверим рандомчик, хранитель, гаргул, ниндзик, добавим слоты. Князь тыква. Так, ну... Ну, рандомчик. Да ладно. Королева Гарпий. Так. Ну что, вот так вот. Поздравляю с тем, что есть. Так, призы за героев. Что тут есть интересного у нас сегодня еще? Камни. Заберем еще карту. Так, ну давайте еще двоих героев добьем, для того, чтобы забрать коробочку. Еще одну коробочку. Сейчас добу поставим талантик и откроем еще одну коробочку. Что-то рандомчик нас сегодня не любит. Так, ну давайте какой-то имба-талант. Ожог. Огонь. Огонь. Так, ожог, смотрим. Ну, Ронин уже с ожогом восьмым. В принципе, думаю, сам уже подумает, кому поставить у него. Тут, я смотрю, ожогов хватает. В общем, вот так вот. Ну, вот такой вот рандом. Самое главное, что мы ему достали
нового героя на его аккаунте. В принципе, с этим его и поздравляем. Поехали на аккаунт второго подписчика. Алмаз Юсупов. Так, Алмаз Юсупов. Поехали, сразу же штампы заберем. Кстати, коробки неплохо отсюда падают сейчас. Так, 1К. Ну, не упали в этот раз. Тоже поздравляю. Такой же самый приз, Вольт. Этот аккаунт более донатный, но у Вольта здесь. Нет, я уже заходил, когда смотрел. То же самое, видите, практически по героям. Вольта нет. Но донат есть. Находится в гильдии Металлика. Пропуск битвы гильдии Кик. Форте 20.00. Факела 20.45. Боссы 3.5. 21.00. Есть группа WhatsApp. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали. Откроем Вольтика. Недостаточно места на складе. Да ладно. Сейчас мы это исправим. Давайте вот так вот сделаем. Недостаточно места на складе. Ужас просто. Так, 20 махатмы скина. 30 книг. Ну, такое себе. Что, еще мало? Ну, ладно. Коробка. Ну, вот видишь, какой я счастливчик. Тебе коробку вытащил за твои же сундуки. Так. Пятый психощит. Поздравляю. Бум. Заклинательница. Ну, блин. Всем падает отсюда заклинательница почему-то. Так, поехали. Коробочка. Ну, тут попроще. Ожива. Вот так вот даже. Тоже подумает, кому поставить. Открываем. Открываем. Бигфу, Бугимен даже есть запасной. Ничего себе. Открываем Вольтика. Я бы, в принципе, честно говоря, сейчас на всех героев бы ставил. Либо Римку, либо Оживу. Интересный вариант. Конечно, когда без донат докачает на девятку, непонятно. А, так, Минотавр у него есть. Ну, Оживу тоже ставим. Пусть решит себе. Поехали. Поехали, паролем. Называется, блин, просто трэш, ребят. Называется, показал вам. Показал бы вам еще так роли. Короче, хорошо, хоть посмотрел. Надо себе на второе окно переносить, потому что, ну, это жесть. Короче, ребят, вот такой вот аккаунт. Забрал я ему Вольта. То еще скажете, что не забрал. Так. Трэш-контент называется. Хорошо, хоть не в конце роллинга. А, вот, Вольтик есть у него. Талантика живо выпала. В общем, вот так вот. А, так, находится в гильдии Металлика. Пропуск битвы гильдии Кик. Форте 20.00. Факела 20.45. Босс 3. 5. 21.00. Из группы ВК WhatsApp. А, такой вот аккаунт. Аккаунт донатный. Как видите, донат около 400. Вот так вот. Окей, поехали. Вот такие вот у него герои. Не хватало у него тоже Вольта. Еще раз покажу. Не хватает Седна, Командер, Рибит, Сердцеедка, Махатма. Все остальное есть. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Где алтарь? Вот. Let's go. Конечно, на первом аккаунте как-то не очень зашло. Так, у нас места не хватает. Ну, извини, бро. Немножко тебе склад расширю. Друид. Князь тыква. Череп. Атлантикордина, ничего себе.
Ничего себе. Короче, я вам показал, что, блин, как-то рандомчик сегодня хреновый. Медуза в конце выпала. В общем, вот так вот. Тоже поздравляю. В принципе, два победителя есть, то, о чем я и говорил. Они были выбраны в онлайне и, в принципе, получили свои плюшки. Все, этот видосик тоже будет участвовать в конкурсах. Я его, не знаю, выложу уже, наверное, завтра. После основного видоса вы его увидите по конкурсам. Я сейчас подумаю над правилами. И, в общем, вот так вот. Все, обязательно лайк, ребят. И ждите, что будет. Точнее, вы уже увидите, потом увидите этот видос. Все, всем удачи, всем пока.